Какой путь выберут Молдова и Приднестровье? С одной стороны, официально Кишинев декларирует о своем намерении идти в Евросоюз. Тирасполь говорит об Евразийском союзе. А что думают об этом простые жители города Бендеры? Смотрите в репортаже. Как вы относитесь к тому, что Молдова стремится в Евросоюз? Негативно, будем так. А почему? Не знаю, как-то холодно оттуда, холодом. Не знаю почему-то, но холодный ветер оттуда. По какому пути должно идти Приднестровье? Самостоятельному. И только самостоятельному пути. Таможенного союза, там Беларусь, Россия, кто там, Казахстан, да? Ну, в Россию, с Россией никак, мне кажется, не, у них не получается ничего. Конечно, отрицательно, но... А почему? Ну, и лучше бы с Россией, а не и у нас бы что-то наладилось. Ну, я русский, мне лучше с Россией. Не знаю, может, молдаванам лучше с Румынии. Это вопрос такой, что молодежи это хорошо, а старикам... Что туда стремиться, что нас там ждет? Никак не положительно. Евросоюз сам против того, чтобы Молдова была там. Все хотят Приднестровье забрать. Что Молдова, что Россия, что все. Я не думаю, что там будут принимать хлебом с солью. Соответственно, будут такие требования, которые Молдова не сможет выполнить и попадет в глобальную зависимость. Молдаване мечтают, чтобы там хорошие товары будут покупать европейские и так далее. Но где они возьмут деньги для этих товаров? Их нету, поэтому промышленности нету и не будет у них. Из-за того, что Евросоюз будет главенствовать в этом промышленном отношении и в сельском хозяйстве тоже. Я не думаю, что вот это стремление в Евросоюз принесет благоденствие всем, кто живет на этом Молдове. Европейцы живут очень точно у них все. Рассчитано и малейшее такое отклонение от структуры их приведет катастрофы. Едут работать в Европу, зачем носить горшки там под богатых европейцев и все, а не то, что там выращивать какие-то урожаи в сельском хозяйстве или строить автомобили. Как вы относитесь к тому, что Молдова стремится в Евросоюз? Ну, конечно, отрицательно. А почему? Ну, потому что у нас будет хуже, я так думаю. И они от России отделяют, ну как, отдаляются и мы, и все это, и НАТО, и все это... Америка поближе передвигается. Как вы думаете, по какому пути должно идти Приднестровье? Ну, с Россией, конечно, вместе. Но я думаю, лучше же жизнь наша будет. Работы больше будет, предприятия будут работать. Мы настроены туда, а с европейцами это бессмысленно. Мы захотим покупать товары, какие у них хорошие, и медикаменты, приборы и все такое. Но у нас нет денег. Это приведет к тому, что мы обнищаем окончательно. До беспредела не будет никакого толка.